Для начинающих в бизнесе, конечно, важно первое – принять решение, что они идут в этот омут, в создание своего дела, предпринимательства. Неважно, что вас привело туда, какие-то обстоятельства жизненные или вынужденные, или вы по своей воле пошли, нужно принимать решение. Причины не важны. Вы должны принять решение, что я становлюсь, просто становлюсь предпринимателем, беру ответственность за свою жизнь. Это первое, с чего надо начать. Принять ответственность. Если раньше ты мог позволить себе нести ответственность, переложить ответственность на начальника, на директора, то сейчас ты сам создаешь ту ценность обществу. Ты сам планируешь, что тебе делать. Ты сам за каждое свое действие несешь ответственность. Это трудно, но это важно.